Привет, стримаши, революционеры, обзор дешевой еды, яблоки, мягкие, чуть помятые, 35 рублей, сладкие, ну, купил только потому, что дешевые, так ничего особенного у них нету, но сейчас это дешевая цена, зимой 35 за яблоки сойдет. Вот эти манго, которые я все снимаю без конца. Так, что там? Не понял. Фокус. Фокус. Не ловил что-то. 18 рублей. То есть килограмм. Сейчас надо бы взвесить. Так, продолжаю видео после паузы. Надеюсь, не прервется. Вот вес манго 275 грамм. Где-то так я и думал, что 250 грамм. Они маленькие, потому что большие 257. То же самое, что ли? Вот, потому что большие по 400 грамм были. Так, ну и манго нужно убирать, чтобы оно крепкое было. Когда мягкое, оно уже фиговое. Цвет не особо важен. Но главное крепкое. Иначе это уже труха, которая ничего не стоит. То есть получается где-то меньше 80 рублей килограмм. В магазине я видел 130-150, там какая-то скидка была на манго. Ну, вот так вот тоже хорошо. Ну, на этом все. Спасибо, до свидания. Так, это пятно какое-то. Пятно — это уже опасно, может быстро сгнить. До свидания, подписывайтесь, ставьте уведомления. Пока. Даешь революцию, срочно долой государство.